Аграрный университет имени Горина с сегодняшнего дня выходит на новый уровень взаимодействия с Белгородским районом. Он будет участвовать в комплексном развитии территории. Уже подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве между вузом и администрацией муниципалитета. В основе партнерства – кейс из более чем 20 проектов, совместно разработанных специалистами обеих сторон. Они будут воплощены в поселениях всего района. Одна из главных целей – найти максимальное применение научному потенциалу и разработкам университета. Среди них есть и проекты, направленные на повышение эффективности производства, на улучшение эстетической стороны среды обитания, в которой мы находимся, то есть самого поселка Майского, на повышение квалификации фермерского сообщества. Вообще, в целом, мы планируем создать в университете центр по всей проблематике сельских территорий, для того, чтобы любой вопрос, который возникает на селе, он бы находил бы свое решение. Такой опыт взаимодействия с отдельной территорией может открыть перспективы и для других поселений. Совместные проекты затронут в том числе культуру и спорт. Новые массовые события с участием студентов и самодеятельности всего района. Площадки для творческих вечеров и интеллектуального досуга. При этом особое внимание будет уделено дополнительному обучению со школьниками. Наши дети, школьники, которые будут использовать тоже в своих знаниях данную площадку нашего университета. Здесь можно обучать направления, как раньше были наши технические направления, вождению тракторов, вождению различной техники. Это мы здесь тоже будем использовать. Как было сказано, здесь будут направления безопасности. Мы создаем кадетский отдел и студентов, которые будут заниматься охраной общественного порядка на территории всего района.